Подмосковье вошло в топ-3 направлений по бронированию жилья на майские праздники. В Комитете по туризму Подмосковья рассказали, что в тройку лидеров вошли также Москва и Санкт-Петербург. В ведомстве уточнили, топ-3 сформировали на основании статистики о посуточной аренде квартир и домов. На Подмосковье приходится 12% запросов по бронированию. Также высоки показатели бронирования на Черноморском побережье России, в Краснодарском крае, Казани, Ставропольском крае, Крыму и Минеральных водах. Также Подмосковье вошло в топ-5 направлений внутри России по программе туристического кэшбэка.